Доброе утро всем из Одессы. Сегодня 3 февраля 2024 года. Сегодня решил с вами выйти на небольшую такую утреннюю прогулку. Вот, показать вообще, какое у нас необычно красивое море. Ну как, я-то вам уже постоянно показываю, но сегодня оно просто фантастическое. Еще раннее утро, даже солнышко еще не стало. Но так красиво смотрится, посмотрите. Вообще просто нереальный вид. И море такое спокойное. Нету ни волны. Такая тишина. Шум прибоя такой тихий. Смотрите, какая красота. Птички летают над морем. Да, оно того стоит, конечно. Сейчас еще солнышко начнет вставать. И это будет вообще красота неописуемая, друзья. Ночь у нас в Одессе прошла спокойно, была воздушная тревога. Я о ней сообщал дважды, причем был у нас один взрыв слышно, такой отдаленный, потому что шахиды севера заходили, один заблудился и заходил с севера на город. Вот, а в целом ночь прошла без воздушных тревог, без взрывов, все было спокойно. Такие дела у нас. Ладненько. Подписывайтесь на канал. Всем мирного неба. Всем хорошего дня. Всем хороших выходных. Сегодня у нас суббота. Вот так что отдыхаем. До встречи в новых видео. Пока.